Где и в каких условиях производится продукция, которая славится далеко за пределами региона? Ответ на эти вопросы сегодня получил депутат Госдумы от партии ЛДПР Ярослав Нилов. В ходе очередного рабочего визита в Ненецкий округ парламентарий посетил производственные цеха Наринмарского мясокомбината и посредством онлайн-сервиса оформил доставку ненецких деликатесов прямиком в Госдуму. И вот чипсы из этого делают? Такого количества мяса в чистом виде депутату Госдумы видеть еще не приходилось. В этом цехе перерабатывают тонны сырья – оленину, свинину, говядину. Сегодня мясокомбинат выпускает 23 вида вареных колбас, более 15 видов сосисок и сарделек, порядка 50 видов копченостей, а также большой выбор полуфабрикатов – от котлет до мяса шашлыка. Увиденное не только поражает воображение, но и вызывает инстинктивное чувство голода, особенно когда дело доходит до цехов с деликатесами. Вот здесь происходит упаковка любимых наринмарцами оленьих чипсов, а здесь идет процесс дозревания суджука и колбасы юбилейная. Кроме мясных и колбасных изделий, предприятие налаживает выпуск рыбных консервов. Совсем недавно на прилавках фирменных магазинов появилась треска натуральная с добавлением масла. Потом укладка. Так, рыбу мы закупаем у своего предприятия СПК «Аргус». Но тоже здесь. Все да, здесь. «Андик», СПК «Андик», здесь местная. Они рыбу ловят в Мурманске, привозят сюда. Мы с ними заключаем договор. Масштаб производства, широкая линейка выпускаемой продукции, а главное – качество. Местное производство произвело на депутата Госдумы, уже знакомого со вкусом ненецких деликатесов, благоприятное впечатление. Это достойный пример того, как можно в современных непростых условиях, природно-климатических и в условиях тех экономических, которые существуют, производить действительно хорошую продукцию, которая пользуется спросом. К сожалению, отсутствие нормальной логистики не позволяет поставлять эту продукцию на территорию всей страны. Впрочем, логистика местным производителям уже не помеха. На сайте предприятия оленина-нау.ру можно заказать продукцию мясокомбината в любую точку России. Пока сайт работает в тестовом режиме. Ярослав Нилов воспользовался сервисом одним из первых и сделал заказ на адрес Госдумы. Так, это что у нас? Колбаса вот эта? Это юбилейная. Юбилейная. Колбаса. Добавить в корзину. Так. Вперед. Ваш заказ. Юбилейная есть. Ну давайте еще посмотрим, сейчас давайте еще какие-нибудь консервы, например. Через 1-2 дня заказ будет доставлен в столицу нашей родины. Так, посредством онлайн мясопродукты станут ближе к большой земле. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».